Дамы и господа, доброе утро. Сегодня мы проводим традиционный фестиваль хоровых коллективов, которые работают при управлении абсорбцией Хайфа при поддержке Министерства Алии и абсорбции. У нас сегодня с вами традиционная программа. Выступают 7 наших хоровых коллективов и 2 гостя фестиваля, замечательные профессиональные музыканты. Каждый коллектив исполняет 3 произведения. Я назову тот порядок, в котором коллективы сегодня выходят на сцену. Итак, первый уже на сцене — хор «Лада», второй — «Осенняя мелодия», третий — гость фестиваля, не скажу кто, третий — «Золотая осень», четвертый — «Хаверим», пятый — «Лилия», 6-й гость фестиваля. 6-й хор — это «Гармония». И завершает хор из дальнего пригорода нашего Кирьят-Хаима — «Поющее сердце». На сцене хоровой коллектив «Лада», руководитель Анатолий Любарский, концертмейстер Светлана Любарская. Поприветствовали. Слова Леи Наор, музыка Калмановского, «Бой има». Музыка Вениамина Баснера. Это было недавно, это было давно. Из кинофильма «Друзья и коды». Песню открыть.
дням не подняться и не встать из огня. Что же ваш сын старый всюду ищет меня? Утонувший собою полуземном кино. Это было недавно, это было давно. И третье произведение в исполнении хора «Лада», слова Барашкова, музыка Темнова, «Веселая кадриль». Come.
и засла Цейтлин Белла Окунь Галилея, соло Мира Соловьева. Виссарион Шибалин на слова Александра Пушкина «Зимняя дорога» без сопровождения аккапелла. Thank you.
Все, Миша и Вазян. Лист грезы любви. «Золотая осень» и первое произведение народно-израильской песни «Ине Матов». Что в переводе означает, как хорошо и приятно нам собраться всем вместе.
Танцующий руководитель. Итак, господа, второе произведение, которое мы сейчас с вами услышим, Джузеппе Джордани, Каро Мио Бен, что в переводе «Моя дорогая возлюбленная». Солист Валерий Эктин. Прошу. Композитор Рыбников, последняя поэма. Я уплываю и время несет меня в скале на край.
Спасибо. Золотая осень. Руководители Алексей Дубровский и Жанна Плоткина. Хоровой коллектив «Хаварим». Руководитель Анатолий Любарский, концертмейстер Светлана Любарская. Итак, мы с вами услышим первое произведение. Лея Наор, музыка Розенблюма. «Карнавал». Слова Германа, музыка Покраса. Все, что было. Проходит через
Свое выступление хоровой коллектив «Ковылим» заканчивает песней на музыку Андрея Петрова «Слова народные», песня про трубачей из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово». Прошу. Уважаемые дамы и господа, на сцене хоровой коллектив «Лилия» Кириат Элезер, Регим 131. Художественный руководитель Лилия Муниц, концертмейстер Ольга Цехов. Итак, в их исполнении мы сегодня услышим первое произведение Наоми Шемер, Ярушалаем, Шель Загав, солистка Анна Самсонова. Старый мой килан воен, что
Кулаков, «Не пробуждай воспоминаний», солист Анатолий Козинев. Сцены в исполнении хорового коллектива «Лилия» — мексиканская народная песня «Челита», слова Мендеса Картес, солистка Людмила Гузевич. Пожалуйста. Contrabando, ese una que tiene cielo y todo.
телефон. На сцене хоровой коллектив «Гармония» Байтуле, художественный руководитель, она же концертмейстер Александра Калюжная. Я хочу сказать, они вас олегит камамилев, ше бо беулям, еш мальхин, ше камашаним, овет бияхат им лякат «Гармония», мои рацели отсюда, зе амос барзель. И первая песня Амоса Барзеля «Лев, а лев в сердце к сердцу» в исполнении хорового коллектива «Гармония». Прошу вас. Хочу представить солистов
Галина Сливко, Леонид Голец и Григорий Фишман. Композитор Амос Барзель. Амос, туда рабалиха. Композитор Игорь Кармелюк, «Город, которого нет». Солист Аркадий Бончер. Композитор Альбана Риберта, в переводе «Свобода», солисты Евгения Маркус и Григорий Фишман. E nel tuo nome con
Коллектива Борислав Ягудин, концертмейстер Анжела Межиковская. Прощу лёд,
Второе произведение Нюшера из репертуара «Верцители». Хорошо, вот так. Заключает фестивальную программу «Хор поющие сердца» произведением Людмилы Лядовой «Вот это хор».
говорит голос.